Так вот, короче, купил я этот байк. Короче, остановился, где остановился? Там вообще-то гора. Взял с собой одну только батарею. Здесь дохлая батарея в этом байке. Ну, еще руль там надо починить. Ну, короче, надо обслужить его. Взял я его за 200. Собираюсь продать за 350. Вот. В принципе, в нормальном состоянии. Можно. Можно за 350 продать. И батарею восстановим. Вот. И руль восстановим. Все будет замечательно. Нормальный резвый байк. Тащит вот 25 килограмм. Рюкзак полный инструмента. И меня, дай Боже, я еще боюсь, чтобы батареи мне хватило. Потому что может не хватить. Ну, остановился зайти в кусты интересные посмотреть тут. Очень интересно. Так что как-то так. Вот. На самом деле я сюда мог на автобусе приехать, просто концепцию потренировать еще. То есть ты берешь байк и едешь на байке куда-то. Прячешь его, катаешься на колесе. То есть потом опять батарею высадил и используешь байк. Ну все, в принципе, пошел я кусты инспектировать.